Чтобы эти летние каникулы стали еще интереснее, Центр досуга молодежи «Портал» для молодых людей организовал игру КВН. На сцену городского дома культуры вышли представители 6 дворовых площадок Лабинска – с улиц Шервашидзе, Некрасова, Центральная, Школьная, Демьяна Бедного и Калинина. Традиционно в летний период мы проводим игру КВН, участниками которой является молодежь с летних дворовых площадок города Лабинска. Это площадки с улицы Шервашидзе, Шишкина, с Прохладного, с Пионерской, с Центральной, Земляна Ведного и другие. Очень здорово то, что наша молодежь не только самая умная и физически развита, но и обладает чувством юмора, что немаловажно для каждого из нас. Мы готовились недели две, честно говоря. Вот готовились долго. Надеемся, что будет интересно и всем понравится. Традиционное пожелание от ведущего «Ни пуха, ни пера» стало стартом праздника юмора. И, как оказалось, шутить лабинская молодежь умеет. В программе игры приветствие, визитная карточка и музыкальный номер на тему «Однажды летом». Тему обозначили свободную. Тематика – это лето, летние каникулы, свободное времяпровождение. И они отражают темы, которые на сегодняшний день самые главные – это, безусловно, за здоровый образ жизни, патриотизм и многое другое. Да, очень интересно, много игр, мы везде ходили, с другими площадками хорошо общаемся и дружим. И все было очень позитивно и весело. Участники ответственно подошли к игре. Команды радовали зрителя оригинальными шутками, смеялись не только друг над другом, но и над жюри. Весь вечер молодое поколение КВНщиков смешили зрители, танцевали и пели. По результатам игры победила команда «Настя и компания», вторыми стала команда «Дружба народов», третье место досталось команде «Сэм». Наталья Твиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».